В Тверской области увеличена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей по ряду направлений. Вопрос обсуждался на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которую провел губернатор Игорь Руденя. Из областного бюджета дополнительные средства направят на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Ставка субсидий увеличена с 2240 рублей до 3240 рублей за тонну произведенного и реализованного молока. Причем 45 хозяйств уже получили поддержку по старой ставке. Они дополучат средства с учетом новой ставки. Еще 15 сельхозтоваропроизводителям поддержку окажут на новых условиях. Таким образом, всего в этом году профинансируют 60 хозяйств региона. Мера поддержки ориентирована на малые, средние и крупные предприятия, занимающиеся производством молока, и предоставляется на финансовое обеспечение части затрат на закупку кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, запчастей для сельскохозяйственной техники и оплату электроэнергии.